no, zaraz. Давай закусывай, потом как худючий. Быстро скиснешь. Чё, книжку ходил вечером. Не будешь дома. Все, ничего, ушел. О, ну что, Серега, как успехи? Да никак. Достал меня ты, колымага. Неделю назад яку менял, сегодня ось рассыпалась, проржавела вся. Нормально, поменяем завтра. Садись, отдохнем. Да не буду. Мне он еще сено надо собрать, скотину покормить. Яйца для продажи собрать, козу подоить. Не буду. Успеешь, все, бахни с нами давай. Да не буду я бахать, достал ты. А чего пришел-то? Я, мужики, добровольцем решил пойти. Надо менять что-то в жизни. Скотину вам продаю, будешь брать? Бля, каким добровольцем? Ты что, крыша поехала? Тебе жить все надоело? Мне надоело в 4 утра вставать, работать во дворе. Потом в 6 утра идти на эту гребаную почту за 10 тысяч в месяц. Потом в надежде ехать в город, продать что-то из домашнего, чтобы денег немного заработать. И вы, два друга, каждый вечер мне предлагаете нажраться в хлам. Вам самим не надоело? Видишь, сколько здесь у тебя друзей-то лежит. Тебе тут не скучно. Ну, вот один рядышком здесь лежит. И вот так по соседству и похоронили. Вот они втроем. Вот так. Очень много мальчишек.